Сначала мы с вами сошьем отверстие, через которое набивали синтепон. Это все делается тоненькой иголочкой. И я обычными стежками, не потайными, а просто вот обычными стежками зашиваю, потому что ткань такая рыхлая, не видно стежки практически. Зашиваем на всех деталях, то есть две руки, две ноги и тело. Голову пока не трогаем. Теперь берем очень толстую ниточку, в два слоя ее лучше сделать, два сложения. Берем ноги, я на глаз, вот честно говоря, их пришиваю, потому что здесь даже мерить нечего. Заводим ниточку, делаем узелок, закрепляем ее в ноге. Дальше идем в ногу. Снова в пуговицу в ногу, через пуговицу теперь в ногу и в тело. Теперь можно иголочкой посмотреть, правильно ли мы сделали, то есть чтобы она была перпендикулярна теле, земле. Выходим с другой стороны в тело и пропускаем нитку с иголкой в ногу, в пуговицу и опять назад идем в пуговицу, в ногу, в тело и выходим. Выходим в той дырочке, откуда начинали. Я думаю, можно пропустить еще разочек через пуговицу, второй раз через одну пуговицу пропустим. И уйдем в тело. То есть мы сейчас опять идем назад через пуговицу в ногу. Выходим из ноги и пропускаем тело туда повыше, поднимем, чтобы узелка не было видно. Вышли в тело и начинаем стягивать. Стягиваем очень-очень сильно, ну не так сильно, чтобы она все равно у нас будет висеть и не стоять, поэтому просто стягиваем ноги, чтобы они не болтались.
просмотрите все ниточки, чтобы они были очень туго зацеплены, затянуты. Потому что может быть пропуск какой-нибудь. Вроде ноги сидят плотно, а нитки не затянуты. Когда все проверили, затянули, делаем закрепочку, узелок прям в том же месте, и ниточку выводим в тело.